Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговоримо роботу комунальних служб Дніпра. З нами заступник міського голови Михайло Лисенко. Михайло Лисенко – заступник міського голови Дніпра. Має дві вищі освіти – за фахом інженер-технолог та магістр державного управління. Депутат Дніпропетровської обласної ради. У міськраді Дніпра очолює департамент благоустрою та інфраструктури. Хобі – музика, кіно, тварини. Михайло Олександрович, радий вітати вас у нашій студії. Власне, давно не бачились на цій площадці. Перше питання. У лютому було підписано документацію, договір, власне, стосовно будівництва крематорію, тобто документацію, розробку проєктної документації. Власне, чи готова вона і коли почнуться практичні роботи з будівництва крематорію? Да, всім добрий день. Тобто, дійсно, був підписаний договір. В настоящий момент мы уже опубликовали заявление, это юридическая такая процедура заявления об экологичных наследках. И мы планируем, то есть судя исходя из всего, то есть что мы к строительству приступим там в конце июля, в начале августа этого месяца. Я вам предоставил фотографии, окончательный вариант, как это будет выглядеть. Я думаю, вы с нашими телезрителями и с обитателями всех интернет-каналов с ними сможете поделиться. Ну, в будь-якому випадку, ця інформація буде у нас на сайті. Я думаю, всі, хто захоче, зможуть подивитись, як воно, власне, буде виглядати. Це, якщо я не помиляюсь, близько десь Запорожського кладовища. Да, он находится на перекрестке улицы Яснополянская и улицы Аэропортовская. Угу. Так, наступне питання, Михайло Олександрович. От, здається, знову ж таки у лютому, якщо я не помиляюсь, на сесії, депутати проголосували за скорочення, таке велике досить скорочення кількості чиновників. Це 655 штатних одиниць. Тобто це не люди, а штатні одиниці, власне, скорочуються у структурі міськраді. Чи торкнулась це вашого департаменту, чи багато людей довелося звільнити, і чи не постраждала, власне, робота департаменту, який ви керуєте благоустройством? Инфраструктуры ведь всего скорочения. К несчастью, мой департамент от этого точно так же пострадал, как и все остальные. И нам пришлось уволить 17% сотрудников департамента. Причем это большинство тех людей, с которыми я проработал там более 6 лет. Но поскольку было определенное решение, я не мог его не выполнить. Тем более это решение было сессионное. К сожалению, было достаточно трудно, потому что люди были... которые работали со мной длительное время, проявили себя как специалисты. Большинство из них уже оформились на работу в различные частные структуры. Поскольку люди такого калибра на расхват, к сожалению, расставание происходило тяжело, поскольку с людьми работаешь, когда там 5, ну, почти 6 лет я там проработал с ними, то есть, ну, действительно была проблема, то есть, но поделать ничего нельзя, и это действительно было вызвано необходимостью. На работе департамента, если честно, это особо не отразилось, тем более, если проводить такие параллели, когда у нас в прошлом году была первая волна так называемого локдауна, у нас из общего числа сотрудников работало всего там 55%. Остальные были на удаленке. Да? Да. И я вам скажу так, критически особо ничего не изменилось. Да, были некоторые задержки с подписанием документов, с подписанием актов, с контролем за выполненными работами, но какой-то там критического какого-то провала его действительно не было. И вот после того, как мы были вынуждены некоторых сотрудников уволить, причем каждый из них получил компенсацию за увольнение, компенсацию за неотгуленные, как у нас говорят, отпуска, то есть, ну, люди достаточно высокого
уровня подготовки. Я думаю, у них никаких проблем с дальнейшим трудоустройством не будет, тем более, более 80% уже трудоустроились. Ну а кто це чиновники чи рабочие руки? Нет, это только чиновники. Ни один рабочий, ни один сотрудник. Дорожной службы не было. То есть речь идет о сотруднике там ЭТР и другого там состава. То есть ни один рабочий не был уволен. Да, тобто, власне, ну, робочі руки, я так розумію, стандартно у вас на є потреба. Да, на вес платіни, да. Михайло Олександрович, до іншого. От нещодавно у своєму Фейсбуці ви анонсували відмову нашого міста від спринтерів, від рут, тобто від таких малогабаритних маршруток, які є у нас в нашому місті. Ну, ми бачимо, скажімо, по Центральному проспекту, це і 101, і інші маршрути. Хоча, можливо, трохи не ваша парафія, да? Це моя. Ваша також, так? Да. Да? Да, от в принципі, чи можна чекати, і якщо так, то у які терміни повністю заміну малогабаритних на великогабаритні маршрутні таксі? Ми це зробимо до кінця 2021 року, однак на деяких маршрутах в так називаємо время не час пік будуть курсувати автобуси малої вмістимості, тобто може бути ті ж спринтери, только соответствующего качества, то есть не это ржавое, убогое рванье, которое, к счастью, у нас сейчас скупает массово с Запорожья и Новомосковск, то есть ну, для них это, я думаю, тоже за счастье, пусть покупают. Когда идет неполная заполненность транспортных средств, то есть мы это прекрасно понимаем, у нас очень часто проходят беседы с нашими перевозчиками, на некоторых маршрутах не в час пик, возможно, иногда будут периодически курсировать в небольшом количестве, то есть не более 15% от общего состава могут курсировать автобусы небольшой вместимости. Но полностью избавиться от всего этого хлама, давайте так, на 85% мы планируем до конца 2021 года. Даже видите, у нас каждый месяц появляется 25-30 автобусов обязательно. Да, вот, до речи, я хотел уточнить, а если такие, скажем, маршруты, как, скажем, 141-й вот, на Таромске, да, чи 109-й, який до кар'єру цього фортеця, колишня Козацька, да, там, в принципе, такі дороги, що розвернутися великогабаритний не може. Совершенно верно. На таких подобных маршрутах, опять же, могут остаться те же спринтера, но опять же есть различные спринтера, то есть и к ним будут совершенно другие требования. Причем это не потому, что кто-то не хочет, а есть такие маршруты, по которым технически просто крупногабаритный транспорт проехать не сможет. И это объективная причина. У нас сейчас есть хорошие отношения со всеми перевозчиками. Все перевозчики на 90% выполнили свои обязательства перед городом. То есть у нас составлен график, какое предприятие, в каком количестве, в каком объеме завозит транспортные средства. На сегодняшний день никто из них, за исключением одного хитрого колхозника, эти правила не нарушил. И поэтому мы с ними работаем. Да, надо отдать должное, что люди вложили колоссальное количество денежных средств для приобретения транспорта. Но, тем не менее, когда мы с ними встретились в кабинете, когда я пожал им руки, мы договорились, все выполняют свои обязательства. И я уверен, что на всем транспорте, то есть все основные маршруты до конца 2021 года забудут про спринтера. А про рути, я думаю, ми забудемо теж, але це ще хуже, ніж спринтера. Ну так, це дійсно так. А от уточнити, да? Тобто я правильно розумію, що закупають ці автобуси за кошти АТП, тобто це не міський Нет, бюджет? Ні, город на приобретение этих автобусов не тратил и не собирается тратить ни одной копейки денег. Это полностью аутсорсинг, это частные компании, частные АТП, которые берут кредиты в банках. Большинство из них – это средства привлеченные, то есть это кредитные средства. Они приобретают их за рубежом, привозят сюда, сертифицируют и выставляют нам на маршрут. Так, ну а власне отака ситуація, скажімо, ну, укладена певний договір з АТП на перевезення, да? Тобто, ну, скажімо, за якихось умов міська рада вирішила, що це АТП от не має бути на маршруті, да? Ну, мало ли що може трапитися це життя і таке інше, да? Тобто, люди не зможуть свої кредити повернути, чи як, чи що їм робити? Ну, от уявімо таку ситуацію. Давайте, да. Прежде всего, із того, що якщо ми договорились, я, Борис Альбертович и я договорились с перевозчиками, когда мы с ними все проговорили,
По состоянию на сегодняшний день мы наши обязательства не нарушили ни на микрон, и люди это видят. Если бы не сомневались в нашей порядочности, если бы не сомневались в том, что городская власть держит слово, никто бы не привез практически уже 400 автобусов в город Днепр. То есть люди прекрасно понимают. Мы сразу на берегу со всеми договорились. Ребята, смотрите, как мы работаем. Кто привозит большее количество транспортных средств, у кого они более новее, у кого они более в лучшем состоянии, тот получает более, если можно так сказать, прибыльный маршрут. Ведь мы прекрасно все понимаем, что есть маршруты прибыльные, есть нулевые, а есть убыточные. Реально, есть процентов там 30, это убыточные маршруты. Ну, тобто АТП за рахунок прибутковых, вони совершенно компенсуют свою разницу. Да, совершенно верно. То есть мы сразу договоримся. И все прекрасно понимают, скажем, ребята, вот, например, вы там купили там, сегодня там, 40 автобусов, вы купили там 30, этот купил 25. Если через год кто-то купит 70 новых, то вся таблица сместится. То есть тот, кто купит 70 новых, тот получит более выгодный маршрут. И все об этом знают, и все согласны. И у нас работает огромное количество перевозчиков, и мы открыты к диалогу, и никто никого ни разу не обманул. С учетом коронавируса, с учетом пандемии, вы знаете, что у нас ограничено сейчас количество людей, которые передвигаются в транспортных средствах, они реально несут убытки. То есть вы же прекрасно понимаете, едет автобус, или в нем находится 50 человек, или находится 180. Расход топлива при таких объемах и при таких мощностях автобусов того же там первого класса, он практически не меняется. Но или перевести 50 человек и собрать с них там по 8 гривен, или перевести 180. То есть они реально терпят убытки. Угу. Так, до іншої теми. Метро, будівництво трьох станцій метрополітену. Що там відбувається? В принципі, ті, хто слідкують за інтернетом, можуть дивитись там блог того ж Костюка і таке інше. Да? Але ті, от, хто нас зараз бачить по телевізору, от для них, що відбувається прямо зараз? Да, прежде всего хочу сказать, что у нас блог нашего Артема Костюка и его сайт metro.dp.ua является официальным теперь источником, то есть вся информация соответствует действительности. И кто следит за строительством метрополитена, с начала момента получения разрешения на взрывы, которые мы ждали, вы помните сколько, практически там полтора года, у нас на сегодняшний день в среднем проходка метрополитена составляет порядка от 160 до 170 метров в месяц. То есть в некоторых забоях с одного взрыва получается проходки от метра до двух. А вот если, например, там брать первый ствол, который там идут у нас оба перегонных тоннеля в направлении ЖД вокзала, к сожалению, один взрыв это 40, ну 50 сантиметров. То есть все зависит от породы. На сегодняшний день мы довольны проходка, то есть если бы мы получили разрешение на взрывы полтора года назад, то я считаю, что на сегодняшний день уже было бы выполнено порядка там 70% от всех выполненных работ. Да, ну це ми пам'ятаємо, це було фактично політичне питання. Полтора года, это была чистая политика, полтора года просто подрядчик простоял. Полтора года. Так, по строках. Залишаються ті ж самі, це друга половина 23-го року. Ні, у нас на сьогоднішній день в планах, і в прошлому ефірі, по-моєму, у вас я говорив, якщо не говорив, то скажу, на сьогоднішній день у нас графік, який согласован уже з банками ЄІБ, зараз я дослову йому з банками ЄБРР, окончання будівництва – це декабрь 24-го року. Тобто це абсолютно реальні сроки з підстраховкою. Угу. Так, ні, у нас ви досить давно, я сказав, в самому початку не були, майже півроку, тобто ви ще говорили тоді. Да. Сейчас мы объективная ситуация, то есть с учетом того, что у нас изменилась и концепция дизайн станций, я думаю, все уже видели, как они будут выглядеть. То есть объективная дата окончания строительства – декабрь 2024 года. Угу. Так, Михаил Александрович, інший инфраструктурный проект, что есть в місті, это реконструкция Успенской площади. Ну, в принципе, те, кто ездит на Лівий берег, там много зупинок маршруток, могут бачить, в каком она сейчас стані, да? Стан, ну, м'яко кажучи, незадовільний. Що там планується, скільки коштів виділено взагалі, що за роботи будуть проведені?
Там будет проведена полная реконструкция, то есть, если можно сравнивать, эта реконструкция будет уровня такого же, как происходила реконструкция на площади Шевченко, то есть там будут заменены и ливневки, и освещение, там будут установлены малоархитектурные формы, не киоски, а это будет, то есть, действительно одно из таких мест, в котором будет желание у всех жителей города находиться, и тем же ребятам, которые учатся в сотом лицее, то есть это будет такое место для развлечения. Mm-hmm. Вы же видите, если что-то мы делаем капитально, мы подходим к этому объекту во всеоружии, мы не используем какие-то там средние руки материалы. Кстати, если вернуться в материалах, там сейчас большое от журналистов возмущение, там вот почему там на улице Короленко, почему там на набережной установили знаки, почему детям нельзя кататься на скейтбордах. Но просто, я думаю, если бы журналисты внимательно походили и осмотрели все лавочки, мраморные участки из мрамора, из гранита, если бы не увидели, каким образом городскому имуществу приносится ущерб благодаря детям, которые любят прыгать на скейтбордах, то, я думаю, многие вопросы отпали. Но, тем не менее, у нас на следующий год уже разрабатывается проектная документация. И в районе парка Прибрежного у нас будет огромная скейт-площадка. Это не просто скейт-площадка, это будет полноценный скейт-парк европейского уровня. Возвращаясь к площади Успенской, я хочу сказать, будет произведена полная реконструкция, будет произведена частичная замена деревьев, не удаление, а именно замена деревьев. Там будут установлены автоматический полив, дренажные системы. То есть это будет такая новая локация для нашего города в этом году. Так, і стосовно ще Успенської площі, от тієї території, що знаходиться поруч, до революції там знаходився собор. Я маю на увазі заколот 17-го року, да, який здійснили більшовики свого часу. Потім там була лікарня. Потім цю лікарню закрили, почали будувати знову ж таки собор навпроти Минори якраз. От чи планується його якось добудувати і що взагалі там буде? Ну, может быть, его и планируется достроить, но это точно будет не за деньги городского совета. У нас есть большое количество различных религиозных организаций. В учреждение культа городской совет в ближайшее время не планирует вкладывать никакие денежные средства. Мы больше, лучше будем вкладывать деньги либо в благоустройство, либо в детские больницы, но не в объекты культа. Ну, чисто питання, тобто церкви, да? Тобто пожертви, все таке інше. Михайло Зеленович, окрім того, що ви є заступником міського голови, вас обирали минулого року до обласної ради. Да? Ви навіть говорили, що там один з найкращих показників по Україні у вас був. От, власне, окрім того, ви очолили комісію по ЖКХ в обласній раді. Тобто, ну, і в місті ви займаєтесь цими питаннями, і так виходить, що в обласній раді. Чи комфортно вам там працювати, скажімо, порівняно з міською радою, депутатом якої ви були у минулому скликанні? Ні, не комфортно. А що таке, що там? Ну, прежде всего, допустим, якщо брати приклади, я визвав всіх руководителів водоканалів Дніпропетровської області, не Дніпровської, а Дніпропетровської області. Тобто я з ними пообщався, я з ними поговорив, ну, я в ужасі. Что такое, что говорит? Ну, я вам скажу так, то есть те люди, которые являются руководителями достаточно крупных водоканалов в городе Днепр, я бы им не доверил заведовать даже канализационными насосными станциями. То есть, ну, громадный провал, именно, знаете, кадровый провал. Я не хочу никого обидеть, но совершенно другой уровень подготовки специалистов и работы специалистов и качества в области – и в городе. То есть я, например, задавал им вопросы, а вы знаете, там в Крыму там практически 7 лет руководил водоканалом, то есть я знаю, что это такое, но я задаю людям вопросы, они на меня смотрят со стеклянными глазами, они даже не понимают, о чем я говорю. То есть тем более там вообще была, не буду говорить, с какого населенного пункта женщина с волосами, покрашенная какой-то непонятной хной, я начинаю задавать ей про вопросы там, про тарифы, про нормы потребления, там, про анализы, сколько у них вода на выходе, она вообще сидит, смотрит на меня глазами, то есть, ну, ужас, ужас. То есть, ну, это тяжелое наследие господина Бондаренко, тем более все эти люди, большинство пришло в последние там 3 года. До этого там был достаточно неплохой кадровый состав, но кого-то, как говорится, ушли и поназначали своих там кроликов, которые не соображают совершенно ничего, то есть
Не особо комфортно. Но я понимаю, разбираюсь в своем вопросе, но я вам говорю, в городском совете мне было гораздо более удобно и гораздо более интересно. То есть, ну, в любом случае есть направление, я буду им заниматься, занимаюсь и буду заниматься. Так, ну от ви згадали про кадри, а скажімо, обласна рада, ну як і міська рада, як будь-який орган влади, який обирається, є органом представницької влади. Да. Так, чи може він якось впливати на цю кадрову політику? От ви особисто, да, ну зрозуміло, напевне, двері, скажімо, кабінету губернатора для вас відкриті, да, і що ви плануєте робити? Двері в кабінет губернатора и председателя областного совета открыты. Я уже дал свои рекомендации о том, что некоторых руководителей коммунальных предприятий надо просто не выгнуть, а именно вышвырнуть, поскольку люди оторваны, они вообще не понимают, чем они занимаются. Но понимаете, вот когда я с вами там о чем-то разговариваю, вот я говорю: Андрей, там, какая у вас стоит видеокамера? Вы говорите: да я не знаю. А сколько у нас длится эфир? Ну, как-то длится. А что у меня в стакане? Вы говорите: ну, какая-то жидкость. То есть люди, которые занимаются и которые, у которых достаточно важно, вы же понимаете, что водоснабжение, водоотведение – это одно из самых стратегических направлений в городе. Когда ты разговариваешь с людьми и спрашиваешь, допустим, какая у тебя задолженность у населения, собираемость, он говорит, 10%. А что ты сделал для того, чтобы получить от людей оплату? А что я могу сделать? То есть, ну, люди абсолютно безинициативные, с какого-то позапрошлого века, с позапрошлого поколения, когда я рассказываю, что у вас в инвестпрограмме. Вот тариф есть, да, в тарифе инвестпрограмма заложена, да. А что вы сделали по инвестпрограмме? Да ну мы не сделали, но мы ходили, но мы писали. Так говорю, не надо никуда ходить, у тебя в инвестпрограмме записаны деньги, сколько ты потратил? Да я не знаю, я ходил, а мне сказали. То есть, я не знаю, но это какой-то кошмар. Да, ну тоді давайте повернемось до міста, щоб все було не так в таких чорних тонах, як ви описуєте. Це не чорний тонах, це реальна реальність. Ну, реальність, але дуже неприємно так чути, ну, не знаю, якось. Давайте до міста все-таки повернемось. От у нас були побудовані пішохідні вулиці, це Короленка, це Яворницько. Чи плануються якісь роботи створення ще пішохідних вулиць у нас у місті? Перша черга, це буде участок від проспекту Яворницького до улицы Глинки. Это участок бывшая Московская, ныне Мономах, если я не ошибаюсь. Так, да? Мономаха, вот да. Этот участок будет, это первоочередной, который будет пешеходный. Есть еще грандиозный проект по устройству пешеходной зоны непосредственно на площади Героев Майдана. Это с учетом того, чтобы опустить дорожное движение в рамках реконструкции метрополитена, опустить дорожное движение в тоннели, в небольшие там протяженность тоннеля порядка 400 метров и оставить этот участок исключительно, но я думаю, кто уже видел визуализацию, мы предварительную показывали, как это будет выглядеть. Есть такой грандиозный проект, он стоит больших денег, но либо мы его сделаем одновременно, когда будет финальная стадия реконструкции метрополитена, либо больше мы его не сделаем никогда. Угу. И если давайте мы посмотрим тенденцию всех, вот, например, вот зачем они перекрыли улицу Короленко. Ой, а как нам теперь развернуться? Ребята, поедьте в Мюнхен, поедьте в Берлин, посмотрите, основные центральные части города, они все пешеходные. Это общеевропейская тенденция, это общемировая тенденция. Центральные, мы же не сделали какую-то пешеходную улицу и перекрыли движение на Тополе, на Победе или на Парусе. Мы все прекрасно понимаем. Но центр – это место, где люди приходят отдохнуть, развлечься и провести нормальное просто время с семьей вместе, но не перепрыгивать дороги перед транспортными средствами. Так, стосовно ще центру міста, от буквально через квартал тут знаходиться парк Глоби, де ми сидимо, да? Да. От, ну, всі знають, ні для кого не секрет, у якому стані він зараз знаходиться. Крім того, взимку була досить часта проблема, викладували ці фоточки з качками, да? Що озеро виходило з берегів. Якісь роботи там плануються? Відповідне КП створено, яке об'єднує. Мы сделали коммунальное предприятие, у нас существует проектно-сметная документация на реконструкцию этого озера, вернее как, то есть там реконструкция озера одновременно будет производиться, то есть будет произведена его откачка и будет произведено укрепление фасада с последующей реконструкцией непосредственно самого летнего театра. То есть эти работы есть, они запланированы, но они очень громадно большого объема, поскольку несколько десятилетий к этому, нет, не несколько десятилетий, а вообще
к чистке этого озера никто не подходил никогда. Это будет объемная, большая, глобальная работа. И реконструкция всего парка Глобы начнется только после того, когда будет прочищено озеро, когда будут укреплены его склоны и когда будет выполнена гидроизоляция. Так, ну, логичное питание наступное, а коли це буде зроблено? Смотрим, планируем, считаем. Вы же видите, какое у нас произошло сокращение бюджета. Если в прошлом году у нас на ремонт дорог было там порядка там 700 миллионов гривен, в этом году 300. Угу. То есть все складывается из этого. Мы же не можем выбирать, не платить зарплату учителям, за электроэнергию, лекарства и так далее. Обязательно будет. І для мера це первоочередная програма. Да, ну подібна, до речі, проблема. От зараз, буквально вже пару тижнів, є на житловому масиві Червоний Камінь, да, кар'єр вийшов з берегів. Ну, в принципі, він так весною завжди виходив, але вода стоїть вже, ну, може навіть кілька тижнів. Да? От чи торкається ця проблема комунальників? Тобто, обязательно, що там? Обязательно. Как жители патріот жилмасива Красный Камень, докладываю. Изготавливается серьезная проектная документация по реконструкции озера на жилмассиве Красный Камень. Реконструкция будет калибра, как сквер прибрежный на жилмассиве Победа. Только я постараюсь, чтобы он еще выглядел процентов на 30-35 эффектнее. И туда будет включаться и дренажная система, и фонтан, и все остальное. Надо немножко подождать. Так, ну як мешканець Червоного Каменю, теж буду чекати на це. Михайло Олександрович, вже підсумовуючи нашу розмову стосовно парків, давайте на парках і зупинимось. Чи планується взагалі от у місті створення таких парків, скажімо, як Зелений Гай, як той же сквер Прибережний, який ви згадали? Да, в этом году у нас будет на проспекте Слобожанском и на углу Богдана улицы Богдана Хмельницкого у нас создается там большой парк. Мы планируем каждый год в городе создавать не менее 2-3 подобных зон. Многие из них уже запроектированы, но для того, чтобы, знаете, не афишировать что-то заранее, не кричать, что будет у нас через некоторое время, мы постепенно всю эту информацию будем предоставлять. Каждый район по очереди будет получать такой участок для отдыха, такую определенную локацию, чтобы жители других районов не были обижены. Это будет равномерно распределяться через всеми районами, вне зависимости, где они находятся. Это Северный, это Парус, это Западный, либо это там Победа. Закінчуємо на позитиві, це добре. Михайло Олександрович, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з заступником міського голови Дніпра Михайлом Лисенко. На все добре.